Изобретатель товар штучный, говорит заслуженный строитель России Сергей Анпилов. В России всего 13 человек, тех, кто долгие годы продолжает усовершенствовать строительство зданий. Процесс этот творческий. По заказу придумать новую технологию очень трудно. За 25 лет Анпилов разработал около 70 изобретений, из которых 58 успешно внедрены в производство. Мы всегда строим, мы строители, строим всегда объекты вечные. И для строителя каждый объект, как ребенок, чужим не бывает. Вот у меня есть объект, на которых я работал, я горжусь по сегодняшний день. Это здание областной налоговой инспекции на улице Осипенко, это школа в Клявино, это стадион строителей, сегодня СНТК имени Анатолия Алексеевича Степанова. Их больше сотни. Все изобретения Сергея Михайловича связаны со строительством, и с молодежью он встречается для того, чтобы передать свой опыт, чтобы среди юных умов тоже зажглась искорка. Такие люди нам всегда будут необходимы, потому что это, во-первых, большой жизненный опыт, которым они обладают. У нас, к сожалению, молодого поколения еще отсутствует, мы только начинаем двигаться в этом направлении. Поэтому узнать что-то новое, поделиться вот этим опытом и подсказать нам где-то в наших, возможно, ошибках или недочетах, потому что он-то уже это прошел. Встреча с изобретателем Анпиловым в Самарской областной научной библиотеке – одна из многих в рамках проекта «Самарские инновации на карте России». Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.